Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Федеральный Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу суда. Федеральный Верховный суд Швейцарии зарегистрировал 29 февраля апелляцию на решение спортивного арбитражного суда по делу Валиевой, сообщили в пресс-службе. Напомню, в январе спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады 2022. Татьяна Тарасова отреагировала на данную новость. «Будем надеяться, что апелляция приведет к определенному результату. Считаю, что надо бороться за честное имя Камилы Валиевой до самого конца», — сказала Тарасова. В Международном олимпийском комитете рассказали, когда вручат медали за командный турнир фигуристов. Напомню, Международный союз конькобежцев переместил российскую команду с первого места командного турнира Олимпиады на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте. Ранее спортивный арбитражный суд принял апелляции России и Канады на решение ИСУ. Обновился рейтинг командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине, который был установлен ИСУ после решения спортивного арбитражного суда о дисквалификации результатов, полученных Камилой Валиевой. В настоящее время решение оспаривается. Это еще раз ставит спортсменов и МОК в тупик. Мы надеемся, что дела будут решены быстро и ИСУ сможет определить окончательный рейтинг. Только после этого шага МОК сможет принять решение о вручении медалей. Мы выражаем большое сочувствие спортсменам, которым уже 2 года приходится ждать окончательных результатов своих соревнований. Мы призываем все стороны, участвующие в судебных делах, добиваться быстрых решений в спортивном арбитражном суде, сообщили в Международном олимпийском комитете. Американская фигуристка Алиса Лью возобновляет спортивную карьеру. Она бронзовый призер чемпионата мира 2022 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, серебряный призер финала Гран-при среди юниоров, а также двукратная чемпионка США. Весной 2022 года она объявила, что заканчивает соревноваться. Накануне фигуристка опубликовала видео, где показала, как восстанавливает тройные прыжки. В конце видео появляется надпись «Сезон 2024-2025. Возвращение на лед». Дарья Усачева рассказала о совместной работе с хореографом Алексеем Железняковым. Усачева примет участие в сборе студии Железнякова в Ростовской области. «Я не вступила в штаб Алексея Железнякова, мы проведем совместный сбор в июне. Он будет осуществлять работу в зале, я буду работать на льду. Там будут еще другие тренеры, это такой состав на сборы», — сказала спортсменка. «Дарья Усачева не вступала в наш штаб, мы просто решили посотрудничать, вместе поработать. Я знаю, что она хорошо преподает, она уже пробовала много различных сборов вела, поэтому я пригласил ее поработать со мной. Я думаю, что она будет заниматься и скольжением, и постановкой программ. Здесь все в одном ключе, попробуем все, надеюсь, что это будет долгосрочное сотрудничество. Сборы будут проходить постоянно. Если у нас все хорошо получится, я не сомневаюсь в этом, то Дашу будем приглашать постоянно на наши мероприятия», — цитирует Железнякова Матч ТВ. Спортивный агент Мария Шашина рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе. «Самый важный этап моей жизни как спортивного менеджера я совершила сама. Я пришла в штаб к Этери Тутберидзе. У нас уже были пара проектов, которые я делала на аутсорсе с легким администрированием и предложила свои услуги самостоятельно. Это была моя инициатива. Спортивный менеджер – это большое количество административной работы. Я просто рассказала, какие функции я могу выполнять. И на тот момент это предложение было очень актуально». Сложно ли работать с Тутберидзе, но что такое сложно? Абсолютно 100% за 5 лет работы с Этери Георгиевной я получила колоссальный опыт. Этот человек максимальный трудоголик, она живет работой, я в этом ее очень поддерживаю, потому что я тоже живу работой. И в этом ее очень высокие стандарты, которые она задает в первую очередь к себе. Они всегда отражаются на всей команде и на спортсменах тоже, мы же видим результаты. И вот эти высокие стандарты нужно исполнять. Мне очень нравится, в каком направлении мы двигаемся вместе, и мы всегда в диалоге, нет такой истории, что я что-то решила сама. Это же ее продукт, шоу, который создан ее брендом, она же уникальный мировой известный бренд. И, конечно, она принимает участие во всем, что связано с ее брендом, сказала Шашина в программе «Прокат шоу» на ОКО. Даниил Глихенгаус не будет ставить программы для турнира шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник знакомой ситуации. Из учеников Этери Тутберидзе там выступят Даниил Самсонов и Андрей Мазалев, а также завершившая карьеру пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тренер Марии Боровикова объяснила, почему Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный пропустят турнир шоу-программ. «Мы всем коллективом подумали и решили, что не будем подавать заявку на турнир шоу-программ.
Там довольно короткий срок подготовки после объявления списков участников. Оставить новую программу в торопях на коленке не привлекает нас. Когда встает выбор, мы делаем его в пользу спорта, поэтому покажем в последний раз накатанные программы сезона сейчас на Кубке Первого канала. И все, мы уже начали готовиться к новому сезону, обсуждаем планы, идеи постановок. Это важнее и интереснее, поэтому бережем энергию, сказала Мария Боровикова. Александра Трусова проведет мастер-класс в Москве 8 марта. Мероприятие пройдет на катке «Локо-лед», расположенном на территории РЖД-арены. Также фигуристка проведет автограф-сессию. Алена Косторная ответила на вопросы подписчиков о травме и о ближайших планах. «Мое плечо хорошо, восстановление тоже идет хорошо, уже могу двигать рукой. Через день мне можно будет практически целиком ходить без лангетки, без ортеза. Идеи произвольной программы есть две. Ставить мы ее начнем, как только у меня нормализуется работа плеча. Дальше у нас планируется шоу. С 1 апреля у нас будет большой отдых. Мы уезжаем в Египет. Что касается мастер-классов, да, скоро будет еще один на закрытии одного из катков в Санкт-Петербурге», сказала Косторная. Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу пар. Команды Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой делили лидерство на Кубке Первого канала после двух видов. Затем состоялась битва элементов. Спортивные пары из каждой команды должны были показать тодос и вращательную поддержку. Элементы фигуристы выполняют одновременно, чтобы судьи могли сразу увидеть, кто из них лучше. Лучший тодос выполнила пара Натальи Хабибулиной и Ильи Книжука. Вращательную поддержку признали самой качественной также у Натальи Хабибулиной и Ильи Книжука. Они принесли максимальные 3 очка команде Алины Загитовой за каждый из двух элементов. Танцевальные дуэты померились силами в твизлах и поддержке по дуге. В битве твизлов победит дуэт, который сможет исполнять их на протяжении более долгого времени. Победителями в борьбе стали Софья Шевченко и Андрей Ежлов из синей команды. Они крутились более 12 секунд. Екатерина Миронова и Евгений Устенко из красной команды вторые. Они крутились 9,6 секунды. А вот Софья Леонтьева и Даниил Горелкин из белой команды третьи 9,4 секунды. Второй конкурс в танцах на льду – битва поддержек по дуге. Победит дуэт, который дольше всех продержался в элементе. Шевченко и Ежлов из синей команды Щербаковой заняли второе место в этом конкурсе. Ежлов держал свою партнершу в воздухе на плече. Екатерина Миронова и Евгений Устенко из красной команды Туктамышева исполнили сложнейшую поддержку. Партнер катился сидя, что гораздо труднее. Они заняли первое место. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин из белой команды Загитовой тоже исполняли поддержку, в которой партнер находился в положении сидя. Но видно, что по времени они продержались меньше других пар. Это третье место. Затем состоялась эстафета команд в битве элементов. 3 одиночницы и 3 одиночника из каждой команды исполнили тройные прыжки. На каждый элемент не больше 3 попыток. Победу в эстафете одержала белая команда Загитовой, на втором месте синяя команда Щербаковой, на третьем красная команда Туктамышевой. Затем девушки выступили с короткими программами. Анна Фролова из синей команды исполнила все элементы, а вот дорожку шагов в этот раз откатала только на второй уровень. Как раз на финальной дорожке шагов команда синих закричала «Давай!», а зрители начали поддерживать Анну аплодисментами. Анна чуть не плачет на фоне восторженных оваций зрителей. Она набирает 74,87 балла. Мария Агаева из красной команды легко исполнила тройной флип и двойной аксель, но на приземлении с каскада из тройного лутца и тройного тулупа произошла помарка, однако спортсменка удержала равновесие. Она получает за прокат 69,35 балла. Ксения Синицына из белой команды идеально справляется с программой. Каскад, тройной лутц, тройной тулуп, стольный двойной аксель и тройной флип никаких вопросов у спортсменки не вызвали. Синицына стала первой одиночницей сегодня, которой судьи поставили третий уровень за дорожку шагов. До этого был только второй. Вращение фигуристка исполнила на максимальный четвертый уровень сложности. 77,17 балла набирает Ксения Синицына. Так много она еще никогда не получала. Вероника Еметова исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц, тройной тулуп и тройной флип. Вращение на четвертый уровень сложности, дорожка шагов на третий. 73,29 балла набирает Вероника Еметова. Софья Муравьева не стала рисковать и идти на тройной аксель, зато чисто исполнила двойной. Тройной флип выполнен чисто, однако Муравьева упала с первого прыжка в каскаде тройной лутц, тройной тулуп и потеряла элемент. После этого фигуристы красной команды схватились за голову. Несмотря на ошибку, Софья сумела исполнить все вращения на четвертый уровень, а дорожку шагов на третий. Фигуристка расстроилась после проката, однако команда ее успокоила. Оценка Муравьевой составила 65,36 балла.
Ксения Гущина завершала соревнование девушек. Двойной аксель она приземлила без проблем, но на каскаде из тройного лутца и тройного тулупа ошиблась, едва не потеряв равновесие. Тройной флип она выполнила чисто. Результаты короткой программы на ваших экранах. Синяя команда возвращает себе лидерство. Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на Кубке Первого канала. Команда Анны Щербаковой лидирует после 5 видов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч!